Мэрия Кызыла сообщает о работе городского транспорта в дни шага. Работа общественного транспорта в дни празднования шага будет организована силами индивидуальных предпринимателей и МУП «Кызылгортранс». В ночь с 15 на 16 февраля маршруты номер 1А, 30А, 14, 15, 3, 12, 6А, 4А, 7А, 18, 25 будут ездить по своим утвержденным схемам. Жители правобережного микрорайона до горы Дагэ будут обслуживать маршруты 7А, 18, 25. До горы Дагэ и местечко Кадарчи, где будет проходить обряд Сансалары, горожан довезут автобусы МУП «Кызылгортранс». 4 паза с интервалом 30 минут отработают с 22 часов 15 февраля до 6 утра 16 февраля. Маршрут движения ТЭЦ, Хурейрдинский, Восток, Училище искусств, улица Щетинкина-Кравченко, район Тувинской государственной филармонии и местечко Кадарчи. 16 февраля с полпервого ночи маршрут 6А. Южный, Машзавод, Башня, Больничный городок, Агентство «Детский мир», Почта. Далее по улице Интернациональная, по улице Щетинкина-Кравченко, правый берег, гора Дагэ.